Футбольная погода у нас. Надеюсь, команды сыграют хозяев. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. А в команды гостей. 4-3-3 они сегодня сыграют. Расстановка вроде бы классическая, но не очень понятно, в какой футбол они сегодня будут играть. Ушел мяч к сопернику. Переходят они в атаку. Ну, решай же! Это мимо. Футбольная погода у нас. Надеюсь, команды сыграют хозяев. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. А в команды гостей. 4-3-3 они сегодня сыграют. Расстановка вроде бы классическая, но не очень понятно, в какой футбол они сегодня будут играть. Ушел мяч к сопернику. Переходят они в атаку. Ну, решай же! Это мимо. Футбольная погода у нас. Надеюсь, команды сыграют хозяев. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. А в команды гостей. 4-3-3 они сегодня сыграют. Расстановка вроде бы классическая, но не очень понятно, в какой футбол они сегодня будут играть. Ушел мяч к сопернику. Переходят они в атаку. Ну, решай же! Это мимо. Футбольная погода у нас. Надеюсь, команды сыграют хозяев. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. А в команды гостей. 4-3-3 они сегодня сыграют. Расстановка вроде бы классическая, но не очень понятно, в какой футбол они сегодня будут играть. Ушел мяч к сопернику. Переходят они в атаку. Ну, решай же! Это мимо. Футбольная погода у нас. Надеюсь, команды сыграют хозяев. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. А в команды гостей. 4-3-3 они сегодня сыграют. Расстановка вроде бы классическая, но не очень понятно, в какой футбол они сегодня будут играть. Ушел мяч к сопернику.
Переходят они в атаку. Ну, решай же! Это мимо. Футбольная погода у нас. Надеюсь, команды сыграют хозяев. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии.